Друзья мои, с вами Светлана Ата, и сегодня начинаем очередной блог. Хочу показать вам одну из улиц Мерсина. Я возвращаюсь с моря. Вот такие красивые цветочки на заборах. Под каждым домом магазины, бутики, маркеты. Все, что хотите, все есть. Так как в Турции не у всех проведен природный газ, то вот так вот привозят баллоны. Звонишь по телефону, и вам на дом привозят баллоны газовые. А также ездит машина, базар, мини-базар. Это мусорный бак, который выбрасывают неиспользованную, неприменяемую одежду, обувь, все, что хотите. Вот потом собирают и раздают бедным. На каждой улице магазины. На каждой. И продуктовые, и другие. И табак продают, и спиртное продают. Не обязательно ездить в центр, все есть на каждом углу. А вон там море. Бак наргиле вы можете приобрести вот в таких магазинах. И очень много парикмахерских, аптеки. На одной улице можно встретить как и 5-этажные дома, так и 10-12-этажные новостройки. Это район Веран-Шехир. Старый район. А также, вот смотрите, фитнес-клуб. Парикмахерская. Все рядом. Вот посмотрите, 2 салона красоты парикмахерских. И рядом фитнес-клуб. И рядом государственный магазин Аюзбир. А вот и всеми известный нами Юзбир. Это сеть государственных магазинов по всей Турции. И здесь очень много и часто бывают скидки. Я очень люблю этот магазин. Поначалу я не знала. Думала, что он дешевый, здесь не годится товар. Нет. Здесь все очень, все интересное. И со скидками продают. Здесь вы можете купить как продукты, так и хозяйственные товары, стаканчики, формочки, все, что душа пожелает. Вот так вот они выставляют на улице. Можно и заходить внутрь, но вовнутрь я не зайду сейчас. А также и Буздулаби, холодильники продают. Абсолютно все. Ну, а впереди мусорный бак, где сдают обувь, одежду, которую вы не носите, не используете. Главное, что мне нравится, Мерсин, здесь в каждом доме балконы. Посмотрите, сатылык, 2 квартиры продают в одном доме, это с этой стороны. Это старые дома, и тоже есть балконы, хотя и маленькие, но все равно в каждом ситы, в каждом доме есть балконы, магазины. Это очень красивое сито, видно, новостройка, новые дома. Видите? И птички, все для птичек, клеточки, все. Здесь МЛАК, этот риэлтор, для телефона все. Говорю, на одной улице можно любой магазин подобрать себе по нужде. Ну, а это уже известный вам маркет Карфор. По Турции огромная сеть этих магазинов, но это частные магазины. Не в них и, конечно, подороже, но бывают дни, когда есть скидки. Вот дома с огромными балконами. Вот впереди Фырын.
пекарня, которая работает 24 часа. И мы здесь постоянно покупаем хлеб. Кругом опять мусорные ящики желтого, синего цвета. И бьютики с одеждой. Мужской, женской, детской. Это одна из центральных улиц, проспект Джадеси называется. И с этой стороны Сатылык. Вы видите, 4 квартиры я уже в одном доме увидела. Вот наш Мерси. Впереди очень красивая Илкай Ситоси. Видите, какой у них красивый двор. Обалдеть. Хочу поснимать вам это сито. Посмотрите, какое красивое. Цветочки ухоженные. И на первом, на втором этаже Сатылык. На 5-м или 6-м Сатылык. В каждом доме продают. Смотрите, какая у них беседка красивая. Ой, а какие цветы! Это листья виноградные. Это фирвин. Вкусняшки. Здесь сейчас не видно с этой стороны. С внутренней. Они изменили. Как вы заметили, кругом детские парки. Но вы тоже заметили, что днем здесь людей нет. На это не сказывается карантин. Закрытие карантина, самоизоляция. Просто днем вы не увидите здесь людей. Только те выходят, которые или работают, или вышли за покупками. Такая основа мягкая, чтобы детям было удобно. Такой парк. Дальше начинается наш базар, который приезжает по понедельникам. Также есть и тренажеры. Здесь запасной выход. Уланы-Лымыш. Неиспользованные. Одежда, обувь, текстиль. Показывать, что можно бросать. Нельзя. Электронику, телевизоры. Зажигалки. Мокрую одежду. И продукты. А это наша базарная площадь, которая по понедельникам превращается в рынок. И в остальные дни здесь парковка машин. А это наш популярный сказочный парк, который вы уже выучили с моего балкона. Настолько он огромный. И вот мой дом. А это я вам показываю легендарный дом. Помните, был пожар, и женщина выпрыгнула и погибла. Сейчас уже все отремонтировали, следа нет от этого кошмара. Такие хорошие машинки у жителей Турции. В основном здесь используют Hyundai. Есть и Opel тоже, Vestra. Но в основном я посмотрела Hyundai. BMW. Как видите сами, Hyundai.
из-за отсутствия дождей. И воды нет совсем в нашей речке сточной. А летом бывает так, что она вообще высыхает. Ну а здесь впереди, напротив, у нас аквапарк, который еще не открыли. Популярный аквапарк в Мерсине, в центре города. Когда откроется, я обязательно покажу его вам. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.